Йоу! Я Томирис. Я Наргиз. И мы Тагирис Твинс. И в сегодняшнем видео мы с Томирис будем снимать челлендж «Попробуй не заплакать». В этом видео мы хотим передать привет Мелисовой Мейрым. Спасибо, что ты подписана на нас и смотришь наше видео. Также, если ты хочешь получить от нас привет, тебе всего лишь нужно подписаться на наш инстаграм, который называется Тагирис Твинс, и в комментариях под этим видео оставить свой никнейм, чтобы мы с Томирис рандомно выбрали человека, которому передадим привет. А теперь давайте начнем! Дело в том, что Томирис всегда мало что трогает, то есть мы, она жалость промелькивает, но не всегда мы можем заплакать или сильно расстроиться. И сейчас мы будем смотреть различные трогательные ролики и постараемся вот не заплакать, хотя кажется, мы и не заплачем, но посмотрим, что из этого выйдет. Поехали! Мы, как всегда, нашли в Ютубе ролики, на которые будем сейчас прямо реагировать, пытаться не заплакать. Поехали! Топ-5 самых трогательных видео на YouTube. 5-е место. Уже плачет. Окей. Такая сладкая. Это мы тогда уже не знаем. Пожалуйста, кофе из бирюзы. Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть. У тебя день что есть? Я думала, он уже не даст. Только неси аккуратнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Эти усы были здесь куплены? Сколько они стоили? Что-то я не заплакала. Это наоборот на такое милое видео, то, что не заставляет, мне кажется, плакать. Честно, мне всегда было жалко всяких животных. Устала.
так некоторые люди реально живут. И так очень не выдержит какую-то зрелку или что. Ну, даже так. Он понимает, что мы умерли. Мои сестры не умерли. Потом сидишь и понимаешь, что у тебя тоже есть такие мелкие, ну, братик, сестрок. И вот как людям больно, тяжело. Но каждый должен находить силы, чтобы пережить это. Могу сказать с уверенностью, как мне сейчас вот плохо внутри, я осознаю, что вот реально в мире не погибают и столько боли. Мы надеемся, что каждый из вас будет аккуратней. Каждый из вас должен просто радоваться любому моменту в жизни, особенно с семьей, с близкими вам людьми, с друзьями. Да даже те же животные, это те, кто скучает по тебе просто, наверное, больше, которые никогда не будут держать зла на тебя. В общем, да, хотим сказать, будьте счастливы и любите друг друга. Это вот что самое главное сейчас. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Надеемся, оно вам понравилось. Так что, пожалуйста, не забудь поставить палец вверх, подписаться на наш канал. Мы увидимся с вами совсем скоро. С вами были ваши любимые Кагирис Твинс. Пока!